Я хочу рассказать о методе тригонометрических сумм. Это один из самых глубоких методов теории чисел. И единственный, конечно, но один из самых впечатляющих. С помощью метода тригонометрических сумм были доказаны великие проблемы, которым уже по 200, по 300 лет. Например, наверное, вы все слышали, что любое нечетное число, больше семи, представляется в виде суммы трех простых. То есть для любого n больше, чем 7, найдутся p1, p2, p3 простые. Так что n есть p1 плюс p2 плюс p3. Совершенно непонятно, как это доказывать. Простые, естественно, возникают как базис по умножению, что можно сказать про сложение совершенно ясно. Но тем не менее, вот этот вот метод тригонометрических сумм позволяет доказать такие результаты и вообще, так сказать, тернарные проблемы, то есть проблемы, в которых есть три слагаемых. Этот результат был получен Виноградовым в 1937 году, и он доказал чуть-чуть утверждение послабее, он доказал, что любое достаточно большое n есть сумма трех простых. А вот совсем недавно, по-моему, в 2014 году, пару лет год, доказал утверждение ровно с такой вот формулировкой. Еще один результат такого же духа. Давайте я даже, наверное, не буду писать слово теорема, что любое натуральное число больше, чем, значит, больше строго 1300792 представимо в виде суммы 16/4 степени. Ну, иными словами, любое n можно записать как k1 четвертый плюс так далее k16 четвертый. Любое n больше 13792. Известно, что 16 это правильное количество слагаемых, поскольку есть бесконечно много чисел, для которых нужно ровно 16 четвертой степени, чтобы их записать в виде суммы. Еще один результат. Значит, это Левенкор, любое достаточно большое натуральное число есть сумма семи кругов. Вот, собственно, так сказать, дух проблем, которыми занимается метод тригонометрических сумм. Мы хотим представить что-то в виде суммы нескольких слагаемых. Вот тут 3, 16 и 7. Конечно, мы не докажем ни одну из этих теорем. Это очень сложно. Дело в том, что здесь приходится иметь дело с группой целых чисел, у которых как раз тригонометрические суммы, я потом скажу, что это такое, устроено достаточно сложно. Поэтому вот в этих вот лекциях мы посмотрим более простой объект. Это множество вычетов по модулю P. То есть у нас, группа будет конечной. И докажем некоторые приложения метода тригонометрических сумм в этой конечной постановке. Ну, например, давайте вот наша такая, может быть, одна из первых целей, что простое число равное единице по модулю 4, то есть вида 4k плюс 1, есть сумма двух квадратов. Ну вот, например, 5 это 1 в квадрате, 2 в квадрате, 13 это 3 в квадрате.
хороший вопрос, кстати, подумать, что можно сказать про другие простые числа, а именно про простые виды 4К минусы. Можно ли представить эти суммы в квадратах?